Друзья мои, всем привет, всем огромный привет. Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Ольга Уралочка Лайф. Мои хорошие, будем с вами обсуждать последние сводки с полей а именно сегодняшний киношедевр «Уралки и сарафана». Часть вторая марлезонского балета. А кто не смотрел, зайдите и посмотрите часть первую. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии. Ну что, как говорится, поехали, друзья мои. Да-да. Вы знаете, мне так понравилось, как сегодня наша актриса Погорелого театра играла такую жену, Послушницу из послушниц. Она, вы знаете, буквально пыталась, пыталась войти в роль послушной жены Сарафана. Но, друзья мои, можно было бы, конечно, обмануться, если бы мы с вами ее смотрели денек-другой, ну, так скажем, максимум недельку можно было бы поверить во все эти сказки про белого бычка. Но мы-то с вами знаем, друзья, что из себя представляет наш Олег. Да-да. И говорит, ой, ну такой он капризный, такой капризный. Прям не угодить ему, да? Не угодить. Не знаешь, как картошку нарезать. В этот момент голос за кадром сдает ее с потрохами и интересуется. Это ты про меня? Она, ну да, ну да, да про тебя. Ой, друзья мои, ну что мне хочется сказать? Та самая, которая буквально пятью минутами ранее, когда сарафан полез что-то ей там указывать относительно готовки, она его быстро одернула и сказала, так, знаешь что, когда ты будешь готовить, вот тогда ты и будешь готовить. А сейчас готовлю я. Типа, а ну-ка, давай-ка, свали, и тут мне больше не указывай. Я прям, ребят, смеюсь по той простой причине, но кто может поверить в то, что Уралка там изгаляется, да? Он попросит брусочками там, соломкой, квадратиками, а она и рада стараться. Да, конечно, господи, как даст ему этой толкушкой в лобешник. И все, как говорится, ой, ну такую комедию разыгрывает прямо, прямо актриса. Актриса больших и малых. Вы знаете, сегодня Уралка призналась, говорит, ой, так плохо время проводила Бдугани в гостях, так плохо. Все эти дни сидел в телефоне, весь посинел, и у него буквально синяки под глазами. Как интересно, да? То есть и про себя они постоянно говорят о том, что как раз-таки он у них и так без конца сидит в телефоне. Так и чем отличаются гости? Ну, поехал он там к родственникам, ну, посидел он там в телефоне. Какие проблемы? Что здесь сидит в телефоне? Что там сидит в телефоне, да? Но еще и главное, еще и всех обосрали. Можно подумать, кому-то их обдушка так сильно нужен, что вот они его взяли а тут видите, какие плохие, допустили, чтобы обдушка сидел в телефоне. Правда, Уралка говорит о том, что все, телефон у него отобрал, папаня, все. Больше, говорит, он сидеть сегодня в телефоне не будет. Ну, это мы уже проходили. Нам уже показывали эту публичную порку, да-да как они как раз-таки учили обдушку, что нельзя целыми сутками сидеть в одном телефоне. Ну что, друзья мои, тут же Уралочка рассказывает. Ой, хитер, хитер бобер. Прям вы знаете, тут и говорит Оля, у меня что-то горло болит. Не хочу, мол, к репетитору идти. Да-да, а когда, говорит, услышал, что идти не надо, и так обрадовался, и прямо, говорит, пришел в себя. Уралка, ну ты-то тоже далеко от него не ушла. Он, собственно, глядя на вас, смотрит, как вы врете, как вы обманываете, как вы вводите людей в заблуждение. Он же прекрасно понимает, что вы врете на прополую, на постоянной основе. А дети, как известно, как губки все впитывают от своих родителей. Скажут, а если папане и его жене можно врать без конца, то почему мне врать нельзя? И он берет ваше поведение, да? Он смотрит на вас и повторяет ваше поведение. И ведет себя точно так же. Но то, что Абдугани хитер, Друзья мои, об этом я говорила всегда. А многие зрители были со мной согласны, кто-то наоборот не был со мной согласен, но, как известно, сколько людей, столько и мнений. Но я думаю, давным-давно все уже поняли, что обдушка любитель ничего не делать, гулять, играть и больше ничего не делать, заниматься ему не хочется, ничего не хочется. И вы знаете, вот мы вчера, когда с ребятами сидели в ночном обзоре, да, в чате общались, и я вот как раз таки вот эти темы мы с вами затрагивали по поводу Абдугани. Вот сейчас Абдугани сидит, там, да, по словам Уралки, а, лицо воротит, то ему не нравится, это не нравится, это вкусно, это невкусно, там невкусно, туда-сюда, все изменится очень быстро. Как только Абдушка прилетит в Таджикистан, там, друзья мои, его даже Бобик не спасет. Нет, на какое-то время Бобик спасет Абдушку, какие-то денежки там все-таки будут, да? Но он их растранжирит момента поступлений новых в Бобика не будет, вкладываться в Бобика больше никто не будет. Ну и, собственно, придется обдушки принимать реальность, в которой он жил до этого. А это одни пустые лепешки, лук, морковь и пустой рис с запахом мяса. Вот тут-то обдушкой вспомнит плохую Россию, да, как там, знаете, перебирал харчами. Как известно, все познается в сравнении. Запросится обратно, взад, друзья мои, да. Ну, я надеюсь, все понимают, для чего я говорю это слово, да. Так вот, запросится обратно, будет писать письма, вспомнит русский язык, соберет все свои, друзья мои, силы и начнет писать, нет, начнет писать олы. Дорогая моя Ола, я всеми правдами и неправдами хочу вернуться к себе. Все помню, все оценил, все, все, значит, да, переоценка ценностей произошла, все готов принять и даже твои харчи, которые я никогда не любил. В общем, бедная обдушка, представляю, что начнется, друзья мои. А все-таки, конечно же, больше-больше я вот именно... Знаете, думаю о том, что его они туда отправят и обратно его уже не заберут. Но, опять же, посмотрим, да, может быть, я и не права, может быть, там они все переиграют, кто его знает. В общем, ладно, посмотрим, что там будет дальше. Далее я смотрю, нам показывают Олега сегодня во всей красе. Она стоит, ребята, стоит в профиль, огромная. Просто огромная. Вы знаете, ее на лошадях за неделю точно не объехать. Склонилась над этой земелькой и начала ковыряться в земле. И только, друзья мои... Я хотела сказать, ну правильно, правильно, ковыряйся, ковыряйся. Перчатки ведь никак не нацепить на себя, да, на свои руки. Ковыряйся, ковыряйся, потом этими же пальцами, этими же ногтями в земле, а мы видим прекрасно, в каком виде потом она ходит с этими пальцами, пальцы грязные, ногти грязные, и в таком виде она готовит. Только я хотела сказать, потом будет готовить, как бац, следующая картина маслом. Уралка, друзья мои, уже стоит, готовит, ну правильно, Земельку из-под ногтей не вытащила, во всей красе, довольно счастливая такая вся. И говорит, ой, вы знаете, ну прям вообще, ну вообще вот с помидорами ты не знаешь, что делать. Ой, у меня такая рассада. Вот у брата жены рассада не очень. А у меня-то очень хорошая. Ну да, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Вот скажите, пожалуйста, даже если у брата жены на самом деле какая-то рассада не айс, вот зачем принижать тех людей, которых мы, по сути, никогда по большому счету и не увидим? Да? Ну, видели мы их там пару раз. Ну и что? Они же не медийные личности, они же не звезды Ютуба. Зачем вот об этом говорить да, и пытаться за счет того, что ты опускаешь свою родню, да, то есть, смотрите, кишлачную родню она всегда возвышает, хоть там у них ни черта и нет, да, гол, гол, как сокол, не только сарафан, но и все его семейство, но там да, она всегда их пытается возвысить, а здесь всю свою родню, которая у нее осталась, шиш, да не шиша, потому что брат это двоюродный, да, она все равно пытается опустить. Да-да, у нее, говорит, рассада не ахти, а у меня, говорит, вот какая отличная. Далее начинает уже цепляться к сарафану, говорит, прицепился тут ко мне, как петух. Да-да, это она как раз-таки про сарафана. Говорит, куда еще? Куда еще нам столько, такое количество помидорчиков? Куда-куда? Она, а я бы и с удовольствием. Ну да, друзья мои, жадность впереди Уралки родилась. Уралки надо больше, больше и еще раз больше. А зачем хочется задать вопрос? Зачем? Если опять же будет орать, куда девать эти помидоры, куда девать эту зелень, куда девать эти салаты, что делать, куда бежать и кому все это дело отдавать. Далее наш Олег решил рассказать нам. я это, говорит, вот уже окрошки поела и сытехонька. Уралочка, ну, окрошка, вообще-то, это очень калорийное, достаточно, я бы сказала, калорийное блюдо. Понятное дело, что ты сытехонька. Но это она к тому, что я поела только окрошку. Видимо, Уралочка обычно ест, друзья мои, не только окрошку, а сверху еще, конечно же, макароны, да, с чем-нибудь, с тютельками, ну, еще какой-нибудь пирог сверху. Вот это, я понимаю, еда. Ну, а так просто окрошка для Уралки, это, как говорится, раз плюнуть. Далее. Вот Сарафан ей начинает раздавать советы, но Уралка быстро его отбрила и говорит, ну-ка, давай-ка, я готовлю, либо ты готовишь со своими советами. А потом в конце ей говорит, да-да, вот, ой, не знаю, такой капризный. Вы знаете, вот когда она начинает о нем говорить, капризный, сладенького захотел, ночью побежал в магазин. Ребят, ну, ё-моё, ну, разве можно так говорить о взрослом мужчине? ну разве когда-нибудь мы так скажем о взрослом мужчине, да? Ладно, когда там муж с женой там у них свое общение, это может быть какие-то приколы и так далее, но на всеобщее обозрение так бы не сказала, сказала бы нормально, да? Вот ночью захотел сладкого и побежал в магазин, да? Или сказала бы там как-нибудь по-другому, прям про него, как будто про маленького мальчика, прямо вот маленький мальчик, да? Ну уралка у нас маленькая девочка, а сарафан у нас маленький мальчик. Далее, далее, говорит, месят курицу, друзья мои, а я смотрю, она месит ее в другой миске, да, ну, там, значит, там засыпает ее всякими специями, там маринует эту курицу. И я смотрю, она делает это, конечно же, в другой миске. Мне стало смешно, и захотелось уралочки сказать, уралочка надо было достать вот этот красный таз. Прям после, после земельки сразу, да, надо было не стесняться туда же курицу, туда же специи. Вот как раз-таки было самое-то. А что, друзья мои, а почему бы, собственно, и нет? Ну, а, конечно, знаете, когда Уралочка начала говорить по поводу сарафана, по поводу того, что вот, либо я готовлю, либо ты готовишь, да? Но что мне хочется сказать? Здесь Уралка, конечно, абсолютно права. Надо быть построже с Сарафаном, потому что я смотрю, что-то у нее эти мальчишки-парнишки совсем от рук отбились. Что-то они уже у нее совсем обнаглели и обалдели. Уралочка, ну ничего, кишлак все исправит. Ты туда и Сарафана еще отправь на лето в кишлак. Пусть он там лето посидит, месяца так три, вместе с обдушкой. Ничего, в сентябре месяце будешь, будешь ждать их сюда, обратно, как говорится, да? Они вернутся и будут себе руки и ноги целовать и говорить, Ола, твоя пища просто самая лучшая. Лучше и вкуснее мы никогда в жизни не видели. А чё, друзья? А почему бы, собственно, и нет? Я считаю, что давным-давно пора этих двух неблагодарных папаню и сыночка обратно засунуть в кишлак. Пусть там посидят, посмотрят, пожуют пустые лепешки с луком и с морковью, быстренько потом вернутся сюда и в сравнении, да, быстро-быстро поймут, что все-таки здесь они с Уралкой. На вот этих вот харчах, конечно же, естественно, здесь намного лучше, сытнее, вкуснее и так далее. Вы знаете, мне еще понравился момент, когда Уралочка взяла, так пальчиками показывает маленький, говорит, ой, и помнишь там такие помидорчики такие помнишь? маленькая такая пипеточка. И показывает, ребят, пальцами маленькую пипеточку. Уралочка, если честно, можно с этого момента поподробнее. Я немножечко не поняла, чья была эта пипетка. А, может быть, кто-то может понять, да, вот так вот зайдет, как говорится, просто не сном, не духом и подумает, что ты про пипетку сарафана. Ребята, как знать, Уралка сама уже нам показывает. Буквально сигнализирует у него, мол, пипетка, пипетка у него. Ну а что? И ведь сарафан тоже признался на днях полшестого. Как говорится, куда, кому сейчас легко. Друзья мои, вот такой получился обзор. Продолжение следует. Пишите, что думаете по этому поводу. Всем пока-пока!